Всем привет, меня зовут Грязнов Евгений, и вы на канале Мышцы РФ. Многие меня спрашивают, как ты добился такого глубокого и резного пресса? Сегодня я попытаюсь вам это продемонстрировать. Обычно первым упражнением в тренировке на мышцы живота я использую подъем ног на перекладине. Данное упражнение я делаю первым в комплексе, потому что оно действительно очень тяжелое, базовое и задействует, на мой взгляд, весь пресс. То есть по всей длине работает и нижняя часть пресса, и верхняя. Очень важно делать это упражнение без раскачки. Ну, то есть без инерции, не помогая себе корпусом, плавно поднимать ноги до касания перекладины. Вниз я чуть-чуть не довожу до конца, чтобы мышцы пресса оставались в напряжении. И потом за счет усилий именно мышц пресса, ножки можно чуть-чуть согнуть в коленях, чтобы бедро не забивалось, мы поднимаем опять ноги. Обычно в подходе я использую от 15 до 20 повторений, не меньше. Ну, стараюсь, конечно, делать 20 повторений, не менее 5 подходов. Очень важно использовать кистевые ремни. Часто вижу в залах, ребята поднимают ноги, и у них реально устают вначале руки, а не мышцы пресса. А так как мы качаем мышцы пресса, нам не нужно, чтобы кисти устали, а вот эти важные самые 5-10 повторений мы не смогли сделать из-за того, что у нас устали кисти. Для этого мы используем такие ремни, привязываемся спокойно и не паримся, поднимаем ножки. Вторым упражнением в комплексе на мышцы живота я использую подъем ног на наклонной скамье. Данное упражнение также хорошо нагружает нижнюю часть пресса. Мы начинаем поднимать ноги максимально вверх до того момента, как мы почувствуем, что мышцы пресса верхней точки сократились. Обязательно, чтобы таз отрывался от скамейки. Буквально 1-2 секунды задержка и возвращаем ноги в исходное положение. Многие меня спрашивают, как часто ты тренируешь пресс? Как добиться такого рельефа на мышцах живота? Наверное, ничего нового не открою. Я тренирую пресс, как и другую группу мышц, один раз в неделю. Порядка 5 упражнений, 6. То есть такая же силовая тренировка, как и на остальные группы мышц. В данном упражнении я использую не менее 20 повторений, а то и доходит до 25, чтобы добиться максимального жжения, порядка 5 подходов. Кому-то, если данное упражнение покажется слишком легким, он может использовать утяжелители в данном упражнении порядка 1,5-2 кг или менять угол наклона скамьи, то есть делать его более отрицательным, и будет намного сложнее поднимать ноги. Обычно третьим упражнением в комплексе на мышцы пресса я использую подъем туловища на наклонной скамье. Лично я использую полную амплитуду в данном упражнении. Не знаю, я никому не могу посоветовать, что это правильно или неправильно, но именно вот в такой технике выполнения упражнения я чувствую свои мышцы живота. Кто-то может сказать, что я гублю свою спину, перенапрягаю поясничный отдел, но лично я не чувствую никакого дискомфорта. Вот, я прекрасно чувствую свои мышцы живота, и поэтому я делаю это упражнение на каждой тренировке в 5 подходах и 20 повторениях. Всем известная складка книжка. Самый важный момент – это не опускать руки и ноги, чтобы они не касались пола, чтобы мышцы пресса все время у нас были в напряжении. Также использую задержку верхней точки, пиковое сокращение. Делаю порядка, опять же, 20-25 повторений. Ну и вторым упражнением в суперсете. Я стараюсь добиться уже полного неизнеможения мышц пресса, соответственно, там порядка 30 повторений в подходе. Подходов таких также порядка 5.
Также хотелось упомянуть такой аспект, как питание. Если вы хотите иметь красивый подтянутый живот, нужно отказаться от всяких булочек, сладкого, от простых углеводов. Максимально сместить весь акцент питания в сложные углеводы, которые мы потребляем в первой половине дня. Ну, разумеется, белок, каждый прием пищи, жиры в первой половине дня. Также хотелось упомянуть такой момент, как кардиотренировки. В данной подготовке я использовал очень много кардио. На мой взгляд, мне это помогло добиться такого рельефного пресса. Я люблю максимально разные движения подбирать, чтобы максимально по-новому задействовать свои мышцы. Я стараюсь выполнять упражнения максимально четко, плавно и подконтрольно. Колени находятся на коврике, стопы находятся весь. Мышцы задней поверхности бедра чуть-чуть тоже задействованы. И стараюсь выполнять упражнения в полной амплитуде. Внизу мышцы чтобы полностью растянулись, а вверху сократились. В данном упражнении я также стараюсь выполнять порядка 5 подходов и 15-20 повторений. Вот и подошла тренировка к концу. Всем пока, всем рельефного пресса, красивого живота. Подписывайтесь на канал, заходите на мою страницу ВКонтакте, ставьте лайки и дерзайте.